Юр, можно? Да? Пару. Что? Федор. Ну, пару вопросов. Давай. По игре. Ну как настроение? Там настроение... топ соперник опять. Настроение плохое, проиграли. Тот эпизод с пенальти. Вы там один на двоих остались, но сейчас понимаете, наверное, на вас опять будут валить. Ну, не знаю, был пенальти, не было, но я не знаю, может, маленькое касание было. Ну, не знаю, если судья поставил, то не мне судить. Когда соприкасаетесь сейчас с Азаром на одном фланге, прям есть ощущение, что это супер топ уровень? Ну, это супер, да. Скажите, пожалуйста, один вопрос. Вот вроде бы уже ушли из сборной. Вот мотивация вернуться и играть. Это что? Это такой патриотизм какой-то странный? Это просто ощущение, желание, что еще можете приносить пользу команде? Или это такая просьба Черчесова: Юра, помоги, нам тяжело совсем? Ну, получил приглашение. Долго, много не играл. Так что сейчас получил вызов. Решил приехать. Так что так. Ну, для вас играть за сборную России сейчас это что? Ну, это... Получать удовольствие от футбола, но не возле игры, конечно. Привет. Спасибо.